Перед выходом на площадку обязательная разминка. Так начинается каждый день хореографа Кристин Паско. Ее школа танца широко известна во Франции. В Ярославле танцовщица не впервые. Дружит с первой школой искусств, общается с педагогами французского языка. А вот мастер-класс для студентов театрального института называет премьерой. Для меня это открытие. Буду импровизировать не только телом, но и душой. Этот мастер-класс очень интересен для меня. Энергия, чувство ритма и пластика – вот главные критерии фламенко. Стоит только поймать дыхание и движение друг друга, и языковой барьер – не преграда. Ведь танец – искусство интернациональное. Я думаю, что я рождена для танца, потому что танец – это счастье, энергия и воображение. Желающих присоединиться к мастер-классу с каждой минутой становилось все больше и больше. И даже наблюдавшие за тем, что происходит на паркете, не смогли устоять перед энергией танца. Это очень энергично, экспрессивно, мне кажется. Очень страстно даже в какой-то степени. Она очень ироничная женщина, это интересно. Мачос! Понял, мачос? Да? Свое путешествие в наш город Кристин завершит встречей с ярославцами. Говорить будут о Франции, России, дружбе Ярославля и Пуатье и, конечно же, танце. Иван Уваров, Владимир Чернов. День в событиях.